Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргаритка. Ребятки, очередной обзор нашего Жижика. Город Изумруд. Ребятки, я не слышала? Не знаю. Поехали, друзья. Ребятки, вот видите, какая у него музыка, да? Вот у него всегда такое вступление бывает. Такое, знаете, как будто вкрадчивое такое. Как будто что-то должно у него там случиться. Да, ребятки? У него в изумрудном городе. Изумрудный город. Почему он так назвал? Жить не хочется, а хоть бы заплакать. Где твою маму найдут на бабки, где ты не скажешь ей спасибо, почему ты плакала. Ребятки, вот знаете, мата много, конечно. Но это, наверное, уже допускается в песнях у молодых исполнителей. Он же молодой, ему всего 22 года. Я не могу запретить ему. Не матерись, Жижик, не надо. Ему мама может сказать: Жижик, сыночек мой, не матерись. Поэтому, друзья, плохие слова я не комментирую. Анстендер, ребятки, вот. Это город Изумруд. Вот. В этом городе его маму обманут на деньги. Понимаете? Про Россию, что ли, поет? А? Про Россию поет. Да, да. И он свою маму, он не пожалеет маму. Ее же обманут. И он не скажет ей: мамочка, почему ты плакала? Вот город Изумруд. Давайте слушаем. Так. Нахуй, я ненавижу эти ёбла, за них уронился. Военкомат, приду с пакетом травки, я покажу другую жизнь, которую... Вот. Город Изумруд, мой универ, уходи отсюда. Я ненавижу все это. Город Изумруд, военкомат тоже пошел ты начерты. Я приду в военкомат с травкой. Видите, что он по... Город Изумруд. Ребятки, неужели вот он в этой песне, как ты думаешь, ну, про Россию, про Россию поет, да? Неужели так у нас? Ну, обман во всех странах есть. Ну, во всех странах, ну, это самое, Жижик. Ну, везде обманывают. Ну, и в Америке. И в Америке, и в Англии, в Германии, ну, везде обманывают. И на деньги обманывают. И многим хочется плакать. Ты никогда не будешь понимать мой мир и что я вижу. Обмусор, ты не знаешь. Ну, короче, вот видите, опять у него начинается. Опять начинается у него. Меня не практикуют твои лезгинги для творчества. Жижичек, Жижичек, что ты нервничаешь такая? Почему?
ребята, у него что в душе творится? Как вы думаете? Ну, какие песни у него? Ну, вот все равно, да? Ну, что у него внутри, ребята, а? Город изумруд, изумруд, где твою маму обманут, где ты не скажешь ей спасибо, почему ты плакала, где жить не хочется, а хочется плакать. Неужели так плохо у нас, а, ребята? Неужели плохо так, а? Куда он может уйти, интересно, в другую жизнь? В другой город переехать, что ли? В другую страну? Да, ребятки, везде, можно сказать, одинаково. Если ты порядочный человек, тебе и здесь хорошо, и там хорошо. Ребятки, что могу сказать? Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что счастливый мальчик, что все у него... Ребятки, я вот надеюсь, что у Жижика это просто вот творчество такое. Вот такое, знаете... Депрессивное. Депрессивное, да. Я надеюсь, что он в жизни не такой. Я так хочу, чтобы он был не такой в жизни, ребятки. И я хочу, чтобы Жижикина мама, ну если у него это даже есть немножко, да, вот в его жизни, чтобы она как-то вот объясняла ему, что все поменяется. Понимаете? Он такие песни, такие слова пишет, да? Не нравится ему. Видать, значит, в России получается. Хочется плакать, хочется уйти. Депрессия, понимаете? Везде обман. Это есть, конечно, это везде есть. Жижик, мне вот так почему-то мне вот жалко его. Не хочу, чтобы он таким был, понимаете, ребятки? У него такие песни были вот вначале, я смотрела, такие веселенькие, хорошенькие. Ну, что ты, Жижик, опять вот начал? Ну ладно, так-то голос хороший у него, да, и как он там кричал, да, слышали вы в конце песни? Так он кричал, ну, я не знаю, мне жалко его. Давайте, друзья, пока. Ведите себя хорошо, пожалуйста. Не нервничайте, учитесь в школе хорошо. Не получается, получится, ребятки. Все получится, потому что все впереди, понимаете, ребятки? Я же вам всегда говорю, если что-то беспокоит, ребятки, идите домой. Вот я вам говорю точно. Чай заварите и пейте. Вкусный чай с травами. Да. Знаете, с чем можно пить? С мармеладинками. Мармеладки, знаете, как вкусно? Вы не представляете. Ну, давайте пока, ребятки.